Холопыч, а мы Top Gamer in the World вместе с Мафакой. Вместе с Мафакой в заведении Воронеж. Мафак, ну как тебе бургер? Выводят людей. А, это даже не бой, это чизбургер, это просто самый дешевый, по-моему, да, Мафак, ты взял? Вот. Я взял один из самых таких дорогих, 500 с копейками, он в два раза толще, чем... Хотя, вот смотри, я могу его взять, вот так вот сплюснуть, вот, и он будет... Ну, Мафак, по вкусу как? Ну, вообще, ни разу не хавал такой, да? Вы просто, наверное, думаете, что вы тут отмечаете. Топ Геймер купил наушники, от которых в этом же видео я выскажу мнение, что да как там, историю расскажу, как доезжал. Вот. Но я сейчас вынужден куснуть. Вы не смотрите, мы в одежде. Мы единственные, между прочим, здесь в верхней одежде. Вот. Ну, давайте я кусну. Вы не увидите этого. Мафак. Вот мы с армянского. А что в чем дело? А там и в чем дело? Смотри, тут есть. Ну, 20 нас держали. Да, мы сейчас все устроим, все сделаем, так сказать, не волнуйтесь. Через 20 минут разговариваем. Там инцидент решен, возвращайтесь, на вас убирают друзья. А почему он такой нежный, блядь? Там журналист. Пацаны. Все открыто. А этот парень по дороге мне все рассказал, как он говорит. Я купнул. Затем он ворвался, он реально башку потарил. Охуенно. Нет, реально, пацаны. Ну, то есть, если взять, Мафака предлагал в Бургер Кинг сходить, да? А ему говорю, Мафак, Бургер Кинг это старая херня. И явно там можно и диарею подхватить и прочее. Вот. Не так ли? Вот. Мы... Шпага. Джиггернаута. А, нет, это кунки меч. Ну это у меня обычный сыр. Вот. Ну, блям. Блям. Я не знаю, сколько здесь калорий. Средняя прожарка, то есть тут можно мясо заказывать со своим стандартом. То есть любишь жареное, будет жареное, любишь не жареное, не будет жареное. Ну, да. Да, хуйно. Знаете, что самое удивительное? Ты его глотаешь, и он не застревает в горле. Ну, знаешь, там сложно глотануть, там типа не хватает жидкости вот всех вот этих вот добавочек, которые помогают проскользнуть пищи в горло. О, у меня. Если что, вот ты скамал, я нет. Ну, нахуй. Как пивок мапатал. Какая? Тут беконы что есть. Большой не очень. Вы были правы. Отлично. Да. Зачем это не почувствовал? Ну да. А знаете, что прям при тебе готовят, так сказать. Убежаю. Ну что ж, пацаны, все, я как бы освободился вместе с Мафакой, пожрал,
Вот, счет вышел там на... 1150. Да, да, да. Ну, там, блядь, чай. А чё чай? Чай там дорогой, что ли? Там дохуя чай, блядь, стоил. Дохуя чай. Сколько чай? Подожди, моя хуйня вот эта вот. 500 с копейками. Короче, но 500, в принципе, можно один раз попробовать такое нечто. Реально, такое вот в жизни я мафака за свои 42 года ни разу не жрал подобных произведений буры в бурной сфере, блядь. Так вот, эту запись я еще хочу вам еще, помимо этого. Смотрите, мы с мафакой были в центре, вот когда наушники покупали. Блять, там столько пафосных выблетков. И причем, что самое удивительное, они еще и молодые, ну, соответственно, и ютубчик смотрят, и там стримчики наверняка проглядывают. Но никто даже и не узнал, не сказал, типа, вы жили. Зато в отдаленных уголках Москвы, где... Детройт. Да, Детройт. Пятиэтажные, трехэтажные дома такие, с Склифосовского, стрёмные. Выжилинг, ну там, с километров, выжилинг. А те уёбки с бабами, то есть, меня смотрят, опять же, не пиздализы, мафака, не пиздализы. Тут столько, блядь, все с бабами абсолютно, все с пёздами, блядь. Вот куда ни плюнь, он даже, блядь, вот, чувак вот сейчас стоит за мной, пиздит на расстоянии в 10 метрах, блядь, с бабой. Да? Нормально? Да. С 10 метров, блядь. Пиздец. Тони за ручку ходит, я вам говорю. Это и не говорите, что это сквер. Тут городской туалет, блядь, находится просто, походу. Поэтому я в ахуе. Ну, собственно, вот наушники, о наушниках чуть позже. То есть, когда уже дома буду, вот, распизжу, покажу вам. Все, давайте, пацаны. Но вот я вот этот бургер съел, и, значит, тяжести особые, то есть его даже не прожевывал. Я просто брал и ошметки глотал. А мы все видели. Все видели. И мясо, оно... У меня даже мать дома так не делала, чтобы, понял, глотаешь и течет все нормально проваливается. И можно параллельно еще и дышать. Вдыхать и не бояться подавиться. Вот такая хуйня. Интересное место, интересно. Вот тут еще есть по соседству, видимо, для бедных бургеры. Я не знаю, какие там цены. Но заведение не такое. Там нет таких секьюрити-гвардов, блядь, трехметровых. Там реально такое ощущение, будто они сами вот каждый час принимают подобные бургер-произведения, блядь, чтобы быть больше, все больше. Это же, блядь, тем не так менее набираешь. Они охраняют ресторан. Ну, они охраняют. Который на втором. Так, бля, а если ты на первом будешь дебошить? На первом будешь дебошить, естественно, они пробегут. Это же все одна ебота. Ладно, пацаны, ждем такси, но вот реально, вот везде, посмотрите, вот везде они, вот везде, вот все с бабами. А я один с мафакой, меня ни разу ни одно. Блядь, я что, тебе не баба? И причем мало того, тёлки охуительные, да, их можно было бы, блядь, натягивать прямо тут, вот, в этот электронный щиток засунуть и раком нагнуть, и вот так вот потеребить даже. Плевать, что тут церкви и тому подобное, ведь если бы не было... нас, то не было бы и планеты, по сути. Вот. И все ваши негодования Всевышний видит. То, что вы дрочите, там всякие садомийские наклонности. Это сейчас про себя. Не, ну, как бы. Я не скрываю этого, а некоторые скрывают просто. Ладно, пацаны. Let's go. Ну что ж, пацаны, я дома. Кыш-кыш! Во, сразу знаю, как мать спугнуть-то, чтобы из комнаты ушла. А то все пытается прибраться, я не знаю, ну, блядь. Словно Эдик в данное время. Эдик вообще поехал, блядь, тоже стал убираться, но мать у меня и так убирается, без поехавшести. Ладно. Все, я дома, значит, Т-70, козявка прилипла. Еще одна козявка прилипла. Но эта коробка настрадалась на самом деле, потому что наушники я забрал последние, меня, то есть, предупредили, сказали, вот последняя пара, чем они хуёвы.
вот эти вот, последняя пара. Это значит, что все желающие, даже нищеброд, мог зайти в магазин и померить их. То есть это не девственница. Это далеко не девственница. Это такая шаблона. Ну, знаете, мне так-то плевать. Вот, в принципе, я думаю, вы тоже не имеете девственниц, поэтому вам не стоит самим додумывать, что да как. Такой кейс. Чехольчик черненький, вон видите, небольшой покот, ну, замар, ну, какой минимальный, блядь. Как бы, блядь, может, и, вон видите, замарка какая-то, вот. Здесь еще сопля, но это не моя сопля, ёб твою мать. Интересно. Вот. Т-70, премиум стерео, хер-твари, премиум хер-мод, бедворд, бейной динамик и 4 смайлика. Смайлики. Ненавижу смайлики. Это с подъёбкой этакой, типа, бейной динамик, ты купил бейной динамик? И смеются сами производители, словно. Также я вам хочу показать свои прошлые наушники, о которых, в которые меня обвиняют в том, что я их порвал. Пчаны, я их, так сказать, доебал. Они сами, вот Shure SM7B, я вот такие вот капли брал. Ну, здесь, правда, уже все пиздец им, вон видите. Вот. Их, я не знаю, наверное, уже невозможно восстановить. По крайней мере, вот этот наушник, он функционировал. Это какой у нас там? Правый. Правый работал. Но с левым, знаете, он даже не имеет созвездия звука. Просто обычный отрубок. Почему отрубок? Потому что вот этот вот элемент... Вот как раз, который загибается, он здесь также можно улицезреть, что постепенно он отслаивается. Но видите, что происходит? Сейчас. Ну, это обычная как бы пластмасса, и туда-сюда и лозанье, блядь. Ну, как, необычная пластмасса, такая силиконовая будто бы пластмасса. Но, тем не менее, она же имеет свойство нагреваться, уничтожаться и расходиться, блядь. Вот, а соответственно и контактики, и вот что с левым наушником у меня было, я вам рассказываю. Он у меня практически висел на соплях, а иногда он срабатывал, но приходилось надавливать, то есть держать. То есть, даже было в ушах неприятное, контачил так. Вот, я взял со злости и доразъебал их. То есть, если бы они стоили примерно, ну, 20 тысяч, как микрофон, то да, можно было бы в ремонт отдать. Но они не стоили 20 тысяч. Вот, они стоили дешевле в 3 раза. За 7 тысяч я их где-то брал. Вот, попользовался, знаете, в принципе, для капелек. 7 тысяч капли. Я их, тем более... постоянно использовал, не так, что они, наверное, для дороги созданы только, вот, а я 24/7 их юзал, ну, поработали они у меня недолго, я даже вспомнить боюсь, но мышка все равно у меня меньше поработала, но это совсем другая история, это я говорю в будущем, чуть-чуть, next видосы. Ладно, давайте... На Т-70, я говорю, я вот эти вот наушники не... то, что не хотел, я о них не знал. Именно Т-70. То, что существует Берюн Динамит. Предположения были такие, естественно. Я как бы смотрел, что существует нынче. Вот. И у меня в планах было взять... АКГ N90Q, но они бешеных денег стоят, вот, еще в три раза дороже, чем вот эти наушники, но там и эквалайзер, там настройки, ну, это может быть в будущем, я не знаю, можно ли сдать их
Можно ли издать их и получить бабки назад? Как вы думаете? Если, допустим, не понравилось, послушал там пару деньков и не понравилось, сдаешь и покупаешь другие. То есть добавляешь вот с добавкой, не так, что забираешь деньги, да? Деньги остаются как бы в конторе, так ты еще и покупаешь. Просто ты меняешь товар, обмен, блядь. По-моему, это нормальная хуйня. Ну, вот, единственное, могут придраться, что ой, блядь, а хули они покоцаны. Ну, мне, говорю, скидку сделали 7%. Так, 7% сделали. 7% от 35 тысяч. И то. Стоп. Я спросил, стакается ли его у вас? Вот он... скидки, в смысле, стакаются, не стакаются. Потому что Мафака также имеет скидку 3%. Вот, по Мафакиной карте, ну, вот 7%, походу, он вот все в сумме посчитал. 4% за то, что они были всеми проюзаны, потрепаны. И 3% Мафакиных. Вот получилось 32 тысячи. Я как бы не проверял, давайте посмотрим. Действительно так. Калькулятор процентов. Ну, чтобы все в точности. Пока она... Кто это? Дева Мария? Не Дева Мария. Калькулятор процентов. Сколько составляет процент от числа? 7 от числа... 35 тысяч. Ну да, именно, все верно. То есть в этом случае меня не обманули. Все нормально высчитал. Того они в 32 мне обошлись. Ну, 32 тысячи я как бы их послушал. И другие слушал за 20 тысяч. Я немного пар. То есть вот эту. Т-70, потом еще какие-то там, вот говорю, за 20. И в принципе все. Хотелось мне HD 800S, но мне не дали их послушать. Ну как не дали, я как бы намек говорил, типа, мол, хотелось бы послушать, но видимо, я несостоятельно, Мафака несостоятельно выглядел, и поэтому не вытащили. Там также были наушники за 500 000, блядь, Финал Студио, блядь, надо было, Финал Студио. 420 с копейками, и причем они выглядят на картинке охуенно, а в реальности, по крайней мере, в профиль я посмотрел за стеллажом, хуйня. Хуйня. Реально, блядь, обычные наушники, да, стальные, там, с такой золотистой обводочкой. Блядь. Ну, необычно выглядит, ну, ёб твою мать. Это обычные наушники, я вам сразу скажу. Они выглядят простенько, с душевной. И мне звук у этих понравился больше, потому что там, что самое удивительное в этом магазине доктор Хед, я спрашиваю, какая музыка у вас есть? И мне перечисляют, там, металлики, какие-то лирики, классики. Я говорю, а что это, Скутер, Линкин Парк, там, бля, Вирус, ёпта, Руки Вверх, что, нихуя, что ли? Нет. И, ну, включили Металлику, там, это Black and White. Ой, Black, да, это Black and White ACDC, блядь. Металлику вырубили, вот, где там на инструменты хуярят. Вот показал неплохой результат, вот Т-70, в принципе. В отличие от наушников за 20 тысяч, у Мафаки за 17. Ну, ему тоже эти приглянулись, он говорит, типа, да, неплохие, блядь. Вот, прям четко улавливается. Но, скорее всего, у меня будет не так, потому что у меня нет оборудования. У меня имеется вот звуковая карта... LG Electronic. Да, вы скажете, там и наушники можно подключить. Почему? На прошлой топ-хате разъем разъебали. Я стремаюсь наушники сейчас вставлять. Хотя я так и так это сделаю. так и так. То есть тупо не улавливает сигнал.
Вот, может быть, в принципе, захилился, починилось что-нибудь там. Ну, посмотрим. Итак, открываю, открыл я. Пам, вот так, хуяк. Довольно-таки легкий. И выглядит, посмотри, ну, разве не стоит, вот, посмотрите. Ой, 32 поролон. Пахнет он довольно-таки... Не противно, знаете, бывает такой поролон, от которого можешь задохнуться. Этот не противный, не вонючий. Угу, да. И не прогибается особо, то есть силикон, мне бы жену с такими сисями. Выглядят они маленькие, да, будто бы у меня башка несколько похожа на шаболду Ксюшу. У нее тоже, у нее вот такая вот где-то голова, пиздец. Вот, ну, так выглядит. Наушники, да. Сейчас я их надену. Я как бы не стал все фрапсить. Как бы еще подрасскажу вам, что мы вот с этого места, где я брал наушники, решили съездить по заветам. Блядь, тут провод очень длинный. Слушайте, вот это охуенно. Вот это не может не радовать. Посмотрите, провод. Длиннющий. Ну-ка, я смогу ли... Взять и лежа на диване, да, достанет, сколько метров я не ебу, я вам характеристики даже не сказал. Dynamic Closet 5, 40 тысяч ГЗ, 250 наковальни, 104 децибелов, Kerakuman. Kerakuman 200 MV, 330G, 3M, это 3 метра кабель, так, кабель 3 метра. Раз, два, три, ага, блядь, а вот мне как бы наушники придется туда, блядь, в тыл вставлять. Посмотрю, может быть, дотянется, может быть, было бы пизже, чем, ну, 5 метров, да. Ну, ладно, ну, вот. А, с этого места вот здесь это хотели такси поймать, никто не останавливался, нам просто требовалось 2 километра проехать до места, где пиздатые типа бургеры, блядь, вот, бургеры как бы отметить, ну вы видели сами видео. 500 рублей за 2 километра отдали, 500. Просто стояли тачки, таксисты, у них там, видимо, своя очередь, мы подошли к первому, типа, вот, назад идите к очереди. И причем он сначала спросил, он сначала, окно даже не опустил, словно, знаете, он какой-то умалишенный зэк, блядь, через окно общается. Окно не опустил, выслушал куда нужно и, типа, не-не-не-не-не. То есть, если бы деньги нормальные были, он мог бы пожертвовать репутацией среди таксистов. Но они же там по очереди, блин. Вот в конец отправили. 500 рублей, 2 километра. Пиздец. Это ужас. Но бургеры действительно неплохие. Да? Вот, стоит попробовать. Так. В общем-то, все. Да, тут 6, 3, 5. Корень кассе. Суперслот, микрофибра. Ну-ка, микрофибра. Посмотри, я их беру, и они вот так вот, блядь, как неваляшки. Поролон, вот здесь вот. Я вам, кстати, я наушники, я просто показал, блядь, типа, вот, пацаны, смотрите, ёпта. Пиздец, потерял совсем скилл. Выжилинка в обзорах. Два кабеля идет. У меня были наушники с одним, которые, то есть один кабелек есть. Такие, блядь, только их бы найти. А вот, которыми я пользовался, да, о которых я на стримах говорил, что, видите ли, вот эти вот наушники с Венанали, у меня стали выдавать звук. После того, как я их взял, они просто мне голову давили, сдавливали нихуево. Я взял их, немного погнул, разогнул, и звук преобразился песни, как минус, словно я слушаю, хуёвый минус. То есть голос идет, но он где-то там в бочке играет.
А инструменталка, вот этот битос, нормально хуярит. Пиздец, это было невозможно слушать. Прям такое ощущение, словно мухи-цикатухи залетали мне в уши. Противная. Текст. Угу, тут одно и то же. Беру, это поролоновые вкладыши. Это тоже какие... Ну, нет, ну вот такое, блядь. Заварбированный поролон. Угу. То есть здесь идет ткань, вот, а внутри уже вот эта вот силиконовая хуйня. Здесь так же. Да, здесь так же. Но особо они, видите, не уёбские. То есть я лизать это не буду, потому что мало ли могу серу захлестнуть чужую. Так и так, я думаю, были такие посетители. Металлический цвет. Туда-сюда много. Они не выгибаются дальше. Все. Это максимум. Вот. Сколько там? 30. Так. Сколько здесь градусов-то, блядь? Ну, не 90, ёб твою мать. Ну, в принципе, этого было бы достаточно. Этого мне достаточно. Какая там левый, какой правый? 250. Вот так будет выглядеть вечеринка теперь. Полуоткрытый, а нет. Они не полуоткрытые, они закрытые. То есть я себя слышу. Позади. Я как в студии нахожусь. Сейчас попробую подключить. Посмотрим. Судя по чему, я штатива... У меня штатива нет, блядь. Понимаете? Нет штатива, ёпта. Надо как-нибудь взять. Также хочу ТХК выразить. На последнем стриме донат залетел от Александра К. Его донат пиздец, ну так-то весь донат решает, чтобы вы понимали. Александр К. затащил, 7000 задонатил. Вот. Татар тоже поддерживал. Вот здесь 3,5. Жек, мини-жек. Здесь 6,3. То есть у меня там что в звуковой карте-то? О, у меня есть 6,3, слушайте. Сейчас попробую 6,3 хуйнуть. А чуть не закручивается. А силой надо. Силы Силёнова. Ёб твою мать. Ага. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у меня есть дырочка. Ну, она у всех есть. Но у меня она имеется в столе. Куда провода спускаются. Вот я сейчас этот провод притяну. И попробую вставить, потому что там места даже нет, куда можно пропихнуть. О, да. Это еще не радость, пацаны. Я всего лишь вставил кобелечек, стебелечек, биг-джейчик. Ну что ж, давайте послушаем. Так. Вконтакт зайду. Века. Блять, я, конечно, орать буду пиздос в них. Слушайте. Блять. Это на колонках, а чё звука нет? Причём, я когда в наушниках находился, такой звук был. Так. Блять, а. Это динамики, значит, у меня сейчас. Это динамики студии, TC Electronic, не то самое. Рок, это монитор. Ну-ка, Realtek HD, ну, включено. Так, ну-ка, хорошо. Я не думаю, что через колонки будет заебись. Давайте через колонки попробую, блядь. Так, надо было изначально через колонки поебашить. Посмотреть, чудо как. Опа. А вот сейчас звука, когда я вытаскивал, не было. Вот это электрический звук. Ух. О. Так.
3,5, иди сюда. Пиздос. В общем, не, колонки не катят. Идет звук, этакий ультразвук фоновый. Фоновый уебанский. Я полностью... Вот, колонка на нуле, вообще звук на нуле. А пизда у меня поет в ушах. Где-то там в пизде в своей. Тихо-тихо воспевает. Но этот звук, писк, он громче. Словно, знаете, заземление. Ну, знаете, наверное, что это такое. Ну, сейчас посмотрю, что за хуйня. Так, блядь, по идее, как... У меня, чтобы вы понимали, материнская плата такая функциональная. И нормальная звуковая карта в ней должна присутствовать. Она как бы и есть. 6,3, там 3,5, вот вся хуйня. Только нужно как-то ее поднастроить. Может быть, даже драйвера скачать. Сейчас посмотрю. О, вот это... О, блядь. Слушайте, у меня голова, по-моему... У меня мозги всмятку. Шучу. Шутка, прибаутка. Вы думаете, так все легко и просто? Хуй. Угу. Я вот тоже так подумал. Ой, сейчас нажму сюда-сюда, и начнется все работать. А вот и ни хрена. Здесь нужно разбираться, оказывается. Это вот диспетчер Realtek HZ. Он даже MCI. Хотите удивиться? На удивление, моя материнская плата, раньше она стоила, ну, когда, в марте, 50 тысяч. Вроде как, ценники должны остаться были теми же, но вы думаете, ба, она дороже стала, дороже. Нет, 30 тысяч, 34 тысячи, а стоила 50. Но я покупал БУ за 40. Ой-ой-ой, так, подождите, пацаны, сейчас. На. И еще одна новость. Видите, да, чистота какая. Я почему-то не задался сразу вопросом, а где бутылка? Спросил у матери, где бутылка с мокротой. Тестовая, это тестовая. Выбросили, оказывается. Выбросили, я сам выбросил ее. Мать положила в мусорку, и я пошел вынес утром мусор. Да. Сам свою же работу загубил. Я как знаете, художник опечаливающийся. Но у меня кое-что другое осталось. Вот это. Самое главное, я ее буду прятать. Надо новый сейф. Ну, короче, давайте все. Разбираться. Ой, разбираться. Может быть, их как-то надо включить? Не, никак они не должны включаться. Вот смотрите, что мы имеем. Конфигурация динамиков. Какие могут... Это типа я, да, вот эта капелька спермы. Вот это колоночки. Что такое стереофонический? Это, наверное, тест. Да, это тест. Ту-ду-тун. Нихуя. Дайте громкость на 100. И колонки также. И если что, музыка также не играет. Да. То есть в колонках тоже нет музыки. Так, блядь. Лаунч, ауди, юзер и инфекция. Чего, блядь? АБЦ. Все изменения будут сохранены. Нажмите «Да» для подтверждения. Ну да, допустим. А, это пресеты. Ага. А если стандартный формат, то тоже хуйня какая-то. Ну вот смотрите, Headrest Output. Output это значит подключен. Микрофон, ну, мне не надо микрофон. Блять. А аналоговый, задняя панель. Может быть в другую жопу засунуть. Передний, левый, динамики 7.1, ну-ка. Это в колонках. Это чисто динамики.
колоночки, блядь, живут, а наушники что-то не чуют. Ой, блядь, сейчас придется ты столько хуйни наворачивать, блядь. Так. Ну что ж мы тут имеем? Может быть 6,3 он не видит просто? Ну, бывает такое. Давайте вот в какую-нибудь дырку вот такую засунем. Не суется. Давайте тогда там 6,3 больше нету. Там есть 3,5. Ну вот в 3,5 сейчас засуну. Ой-ой, блядь. Вот не хватает оператора, слушайте. Не хватает. Да, есть операторы, но на такое их звать, конечно, это, блядь, себе дороже. Я нихуя не вижу, вообще ничего не вижу. Ну вот как так материнская плата может резко подешеветь? Блять, пускай не резко, да, несколько месяцев прошло, блять, хотя бы. Что мы видим? Перес он пут сделали. Опа. Ага. Нахуй отсюда. Все должно сейчас заработать. Провод какой у меня? Я, то есть, выключил колонки. Вот. Вот этот провод, это колонки. И сейчас мы с вами вставим как раз в самое заднее. Ну, кабель очень, довольно-таки мощно выглядит. Его сложно будет спутать с другими. Хотя, нет, он в два раза тоньше, чем что это. Звуковая карта, вот эта вот хуйня, звуковая карта. Ну, он такой средненького содержания. Так. В красную. Он в красную воткнул. На старых материнских платах такая хуйня. Если зеленая... О, был подключен разъем, информация поступила. На старых материнских платах, блядь, подняться не могу. Зеленый разъем, это отвечал за звук. Фиолетовый, ой, или розовый, ну, что-то такое. Говорило о том, что чечет с микрофоном. Не проигрывает. Ну, видите, не идет загрузка. Странно. Музыка идет, а звука нет. Ну-ка, громкость. Ой, давайте в звуках посмотрим, что за хуйня может быть. Вот, Realtek GD. Идет звук. Двухканальный. Звук идет, посмотрите, видите. Но я нихуя не слышу. Все равно не слышу. Угу. Ну-ка, а вот формат DVD, вот что за... Нет, блядь. Звуковой эффект стандартный. Я путаюсь. Самбуфер. О! О! Звук в левом, в правом, ну такой, не первоклассный, не на 30 тысяч, звук примерно как в Тиаматах, да, в Тиаматах 7.1, может даже хуже. Такс, блять, это я нажал, знаете куда, вот на эту вот пимпочку как раз таки красную, да-да-да, я на красную хуйню нажал, клик-клак, ну здесь идет. LR, ну это баланс, то есть левый и правый наушник. Виртуальное окружение. Подключение низким частотам, может быть, так. В чем проблема? Может быть, в этом все и есть? Сейчас. Слушайте. Это не то. Может, это вся музыка? Я недолго музычка играла, недолго топ-геймер радовался. Но сейчас горует. Ладно, сейчас посмотрю, что... Надо методом тыка. Пацаны, не прошло и секунды с момента моего отключения.
Смотрите. Отключить определение гнезд передней панели. Вот эта вот хуйня, я вот галку убрал, просто галку сразу же убрал, вот ун момента. Ну, блядь, времени не было видно, чтобы... А то подумают, ой, да уже неделя прошла. Отключение определения гнезд передней панели. Отключено. Музыка. Идет, идет. Топ. Gamer in the World. Топ. Этот единственный человек на свете, кто способен взять и победить на пудже любого дагестаната. Топ геймер! Топ геймер! Топ геймер! Топ геймер! Как прибавить? Топ геймер! Это если я пикну пуджа, то сразу мне попиздую я! Да! Бля, заработала! Заработала, блядь. В натуре. Чш. Какой-то посторонний звук. Это из-за колонок, блядь. Это из-за колоночек. Ну ладно, пацаны, что ж. В принципе, все. Вот. Настроил подключение. У меня подключение к интернету пропало. Нет подключения. Не понял, блядь. Странно, странно. И как так получилось? Это что? Я подключил наушники, наушники стали работать, но зато интернет пропал, да? Одно из двух, два не дано рабочих. Вот, появился. Но это и то, через Wi-Fi, это не настоящий интернетчик. Знаете, это надо все слышать, вот, чтобы стоили они 30 с копейками тысяч, да, возможно, нужно отдельную звуковую карту. Давайте попробуем в отдельную мою захуярим, посмотрим, может быть, что получится. Ну, блядь, мне что-то не кажется и не верится. А может быть, я вот в 6.3 сейчас вставлю, и лучше запоет. Потому что, ну, звук обыкновенный. Ничего такого, блядь, сногсшибательного. Вот. Я вставил вот в этот вот переходничок. Ой, блядь, он шипит. Стоп. А может быть, у меня проблема с переходником? Да, вполне. Подождите-ка. Такс. А, они отличаются. Видите, вот этот, тот, что у меня был установлен, этот с наушников. Так, попробую один хуй. Но звук в наушнике идет. Ну как, звук? Такое шипение, небольшое шипение. Такс. TC Electronic, да, у меня там? Фига. Ну, шум приятный, то есть. Понятненько. С монитора играет теперь, нынче. Отключаем его. TC Electronic включить. О. Динамики TC Electronic играют, а наушники не играют. Такс. Это, может быть, надо TC Electronic сам запустить. Давайте попробуем. Ой-ой-ой. TC is no версия софтвар. Ну давай, софтвар. Блять, это качать надо еще. Микрофон видит. Так. Щелчки. Слушайте. Это когда я переключаю. Блять. Я уже понадеялся, что это в наушниках. Так-то звуковая карта неплохая. Вот.
Но будет ли работать? Давайте сейчас попробую что-нибудь опять сделать. Да, пацаны. Не день, а день открытий, так сказать. Не, как обычно, как всегда, блядь. Я вот так и знал, что какой-то подвох. Короче, на 3.5 джек, мини-мини хуйня, удалось мне настроить звучок. Но на 6.3, вот данный момент подключен на 6.3, я полностью, блядь, испепелился. Звук на 3.5... Он не стоит 30 тысяч, он не стоит 1020 потолок, и то. Это вот сейчас звук какой, на 1020 тянет, но не на 35, факт. Смотрите, что мы имеем. Это вот, напоминаю вам, что диспетчер Realtek, без него я ничего не смог бы сделать. В данный момент у меня нихуя здесь нет. Я вот отключение определения гнезд передней, нажимаю. Так. Появился наушник. Аж целых два наушника совмещенных. Это в 6.3. Я нажимаю проверку. Нихуя. Здесь, оказывается, вот эти панельчики все, смена значения настройка звукового. Вот настройка звукового устройства не клацается. Смена. Вот наушники, микрофоны, линейные, я все перепробовал, это дополняет дополнительную хуйню. Помимо этого, смотрите, музыка якобы идет, но я ее не слышу. Ее просто нет, вот, сейчас заиграла, но я не слышу ее, я просто ноль эмоций, все. Сейчас вы все, так, если вы стоите, присядьте, потому что смеяться будете долго. Угу. Пробуем так, сяк. Так. Изменения будут сохранены. Я и сюда в шестеренку заходил. Отключение заднего входа. И, короче, по-всякому делал. Ну-ка. Вот видите, здесь просто штекеры. Без наушников. А должны быть наушники. Разделить в качестве независимых. Настроить... Ну окей, давайте объединим, одновременно 82 различных. Нет, нихуя. Студийная запись. Так, давайте галочки везде проставим. Установить по умолчанию. Мне тогда с 3.5 помогло именно эта хуйня. Я просто не знал, что клацать. Не, все, это мертвое. Да. А теперь, пацаны, минуточку внимания, минуточку. Я залез на форум, ну, ввел Realtek 6.3, блядь, а я что, ее закрыл, что ли, нахуй? Я ж недавно ссылку открывал, алло. На MCI форуме, блядь. Ладно, в истории посмотрю, нонсенс. Во. Смотрим. Блядь, перезагрузить, не-не. Все на английском, я вам читаю. He saw I'm finishing my with build 6.3 check. 6.3. Что-то про 6.3 check он спрашивает. Переводим на русский. Сборка, установка исключительная, я не могу получить любой звук от 6.3, то есть в 6.3 чувак вставляет и нет звука. Я перепроверил, я скачал драйвера, то самое, оказывается, что программа не поднимает разъем, то есть, не, у меня он видит его, у меня, то есть, как бы звук идет, вот он, но на наушниках его нет. Читаем дальше. Аналоговая задняя отсутствует 6.3. Отсутствующий 6.3, но насчет 6.3 здесь вообще упоминаний нет. Здесь вот наушники, ну можно сделать не наушники, можно, блядь, линейный вход, я не ебу, линии, давайте ли вот линейный. Ну чё? Нет, ничего не робит, ну хорошо.
оптический выход. Кроме того, я посмотрел, так, акустический Realtek вход-выход, цифровой воспроизведение. Так, хуйню написал. Привет, у меня такая же проблема. Так, страница переключений между ФП. Страница 1.36, переключение между ФП, аудио или разъем 6.3 МММ. Чего? МММ, я этот не видел раньше. Но вот я зато обратил внимание на это. Я был вынужден РМА, то есть это, наверное, отдать материнскую плату, чтобы исправили эту проблему. Аудио находится в нерабочем состоянии. Чтобы вы не думали, что я пищу. В нерабочем состоянии. А какой-то чувак написал, страница 1.36, переключение между ФИПИ. Что за ФИПИ? Блять. Ну, сейчас я еще посмотрю, ну, блять. Ой, пчаный пол интернета. Перекопал я насчет этой темы. 3.5G вписывал, VS6.3, как не работает, как починить, настроить, Realtek HD. Ничего, ничего, ничего. Там, то есть, народ делает видео по настройке, но ничего не сказано о 6.3 вот этой хуйне. То есть, в Realtek, вот в этой шняге, нельзя, судя по всему, выставить 3.5 или 6.3 у тебя. Вот. В данный момент у меня вообще картинка динамиков. Посмотрите. Картинка динамиков звучит как этих, как наушники. То есть, и мало того, ладно, картинка, но еще и здесь динамики также. Realtek, причем не Realtek, а HD input, вот это вот хуетек. А это вообще, блядь, вот вы мне скажите, отличается как-нибудь или нет? Это от этого, это от этого, это от этого, т-т-т-т-т. Вот, и возможно ли мне сделать 6.3? Я считаю, что было неспроста сказано тем бэушным торгашам мне, они сказали, что если какие-то проблемы, к нам можешь не идти, пиздуй, в МСА и с ними разбирайся. Там, по-моему, даже они дали мне чек от себя. Ну, такой, знаете, 4x4. Все. И сказали, иди, если вдруг проблемы будут, пиздуй. У меня и так проблемы с материнской платой были. Блять. Походу, лично мое мнение, 6.3 у меня вход разъебан. Вот такие дела. Но звук, знаете, композиции есть, назовем это так, композиции. Композиции в уебанском качестве, да, в уебанском качестве. Они слушаются уебански. Вот, допустим, Scooter Fear у меня ВКонтакте, он... А, во, вот сейчас нормально, сейчас более-менее, тогда как-то глухо, блядь. Че? Да, тогда реально глухо было. А, что еще запалил? Вот это интересно, вот как-то решает? По-моему, никак. Мне даже не интересно, я просто знаю, что это никак не решает. Смотрим. Отличие. Так, я не знаю, как вы услышите это? Так, я запомнил. Это было на 16 бит 4400. Ну, 4400. Сейчас на 24 бита 1900. Так. То есть максимум. Блять, ну сложно сказать. По-моему, одинаковая хуйня. По-моему, одно. Я, может быть, ебанкрат? Ну-ка. Сейчас вот на пинке надо сравнить. Она как раз там гитарой так... То же самое. Может, там как-то применить нужно? Да.
Да, то же самое. Ну, все, пацаны, I'll be back with Мачатка. Буду сидеть пока вот так вот. И также, скоро 3 месяца игры в Доту 2, более чем по 20 игр, ну, более чем по, да, где-то игр 20 в день придется делать. Все, I'll be back with Мачатка, пацаны. Ну что, пацаны, наступил следующий день. Вот, погонял я наушники, послушал, посмотрел также и сериальчики. Ну что ж, провод длинный, остальное все как было, да, звук более-менее чистый, но он, естественно, может быть доведен до ума, это при наличии звуковой карты. То есть, ну, это я уже отдельное видео не буду делать, я, скорее всего, на стримах буду пиздеть. Так что... на этом все. Бернён динамик Т70 35 тысяч не стоит. Идеально за 25. За 20-25. Ну, вы скажете, это же Германия собиралась. Это Германия. Звук доты, что касаемо звука доты. На стриме я говорил, что как музыка была хуёвой, так и осталась. Counter-Strike то же самое. Хотя выстрелы я не заценивал, потому что не коннектил игры. Вот, падлу было. Но не думаю, что там что-то выдающееся будет. Такие дела, I'll be back with Мачатка.